Мы за углубление взаимодействия на других направлениях, в том числе в Закавказье, и заинтересованы в том, чтобы содействовать нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также в реализации всех тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении, начиная с ноября 2022 года, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций, а также в отношении постконфликтного восстановления. Мы убеждены, что Турция может сыграть очень конструктивную и полезную роль в этих усилиях.